Пока. Всем привет! И сегодня мы снова в Германии, мы покажем вам Дортмунд. День типичного немца начинается совсем не с сосисок или какого-нибудь пива, а с кофе и булочек или слоек каких-нибудь. Тут очень много булочных, и если ты спросишь у немца, где поесть с утра, они тебе просто покажут, что вот тут можно купить булки и кофе. Например, как здесь. Очень часто можно встретить вот таких разноцветных носорогов здесь, и это как бы символ города, крылатый носорог, что-то вроде того, потому что именно в Дортмунде их очень много, но в других городах мы видели других животных, например, в Вильнюсе это коровы. В городе нередко можно встретить специальные игрушки для таких детей, как я. Сказать, что мы зашли в Экнор купить кофе. Машина уедет. Кстати, большой капучино стоит всего лишь 1,5 евро. В Экнор вообще очень клевая штука, потому что там можно купить всякие веганские и не очень бутерброды, сэндвичи, в принципе, одно и то же. Вот, булочки мои любимые, что угодно. Просто перекусить кофе. Отлично. Мне очень нравится, как немцы умеют совмещать классическую и современную архитектуру. Вот, кстати, замечательный пример. Проезд на метро, кстати, не из дешевых, 2 евро 60 центов.
Да, кстати, билетик за 2,60 дает право поездки в течение получаса на любом поезде с пересадками, как угодно, а билетик за евро 30 центов дает право только проехать 3 остановки. Говори что-нибудь умное. Чего не знаю умного. Так как на одну станцию могут прибывать поезда с разными номерами, то на табло прямо указано, где становится поезд. Посередине платформы, в начале платформы или в конце. Если поезд состоит из двух вагонов длинных, то указывается, что он займет среднюю, допустим, и последнюю часть платформы. Мы приехали на конечную метро, отсюда можно добраться до аэропорта на автобусе, либо пешком. Мы обычно ходим пешком, это занимает около часа, но экономит вам буквально 4 евро на человека. На этом наша короткая экскурсия по Дортмунду подходит к концу. Увидимся в следующих выпусках. Всем спасибо, пока!